Солнышко, пригодится. Ну, не знаю потом, как снимать. Чипсы есть, жрачки мало. Одними чипсами я не пропитаюсь. Придется ехать в магазин. А, ну что, на фургоне опять на этом ехать долго. Где фургон-то? Угнали, что ли? Или дядя его забрал? Ну, фургон угнали, кажется. У дяди его нету. О, что, правда тебе нет? Блин, у меня нету дяди. Даже. Блин, мне придется и придется ехать. Придется ехать на этой машине. Я не знаю, она ездит вообще. Ты купил вчера за полторы тысячи где-то. Затем. А то я уже очень много машин продал, потому что у них детали обвалил. Нормальная машина. Что? Подождите-ка, что? Битумур. Да, блин. Да, на. Vittu. Voi vittujen kevää. Perkele. Palatte tie ruki уже. Что теперь с этой машиной делать мне? Опять детали отваливаются. А, придется чем эту машину. Ох, я так устала ее чинить уже. Долго чиню ее. Пригнал ее сюда. Думаю, сейчас-то все нормально будет. Да иди на магазин. Что? Seuraavaksi nostin ja mä lähden kahville.
Или у меня в башке сейчас это пиликает. Ладно. Здравствуйте, а вы хотите немножечко покататься? Ну, кажется, тут зовут тачечки. Да-да-да-да. Привет, Тимуха! Я тебе до сих пор благодарен, что ты меня спас в тот момент, когда я шел, врезался в столб дома. Что-то сам не умер. Ладно, я при чем тут? У меня сейчас в голове пипеликает. Что-то вообще я не слышу ничего вообще. Надо вроде я хочу разобраться. Там стоят.
Но я плачу, я сейчас, подожди. Свечка, аккумулятор один купил, вот это купил. Купись ты уже. Господи. Немножечко это и сосисочек немножко. Ну как немножко, весь прям. Магазин я куплю раз. Колбасу. Ой. Ой. Как там время? 11. Так, спасибо тебе, я купила ты. Сюда же пакетик. Значит, пипеликать заколебали уже. А, это у меня выключен. Страшная-то какая-то. Ой, постои здесь немножко, я посижу пока. Я тебя не буду, я не курю. Купил только для мать. Ах, пойду попихиваю.